случае с жилым комплексом «Западные ворота» столицы сложилась уникальная ситуация. Есть желание властей всех уровней решить проблему. Есть финансовые и технические ресурсы. Но из-за пробелов в существующем законодательстве передача объекта затянулась. Мы сейчас находимся только в начале серьезного пути по завершению строительства. Очень сложные правовые процедуры. Представители нового застройщика сообщили дольщикам о начале процедуры обследования объекта. Сначала необходимо выяснить его техническое состояние, а уже потом можно говорить о конкретных сроках начала и окончания строительства. Предполагаем, что мы где-то к концу августа будем понимать полностью состояние технических корпусов и сможем уже сделать какие-то выводы, что с ними делать, какой объем работ нам нужно будет сделать, в какие сроки. И тогда это, конечно, где-то, вот, наверное, в 20-х числах сентября мы предоставим уже более подробный график, в какие сроки, в какой корпус будет введен в эксплуатацию, какие работы и в какие сроки мы предполагаем там проделать. Герман Елянюшкин и Наталья Семикова подробно ответили на вопросы лидеров инициативной группы обманутых дольщиков. Понятно напряжение людей, которые желают получить свои квартиры как можно скорее. Но и застройщик, в свою очередь, не хочет давать необоснованных обещаний. Мы вот за последнее время уже слышали несколько схем по выходу из кризиса. И как-то они все по разным причинам, не срастались. Вот на данный момент у вас, вот в вашей компании, решены ли все вопросы с министерством? Не получится ли так, что вы сейчас как-то начнете этим заниматься, а через месяц выяснится, например, что какие-то факты всплыли, или вы не договорились с правительством Московской области? То есть насколько однозначно ваше решение вступить в этот проект, и что может помешать в конечном итоге этому не состояться? Да. У нас абсолютно твердые достигнутые договоренности, схема предложена нами. Мы считаем, что она жизнеспособна. Конечно, в ней есть изъяны, и единственное, кто нам может устроить вот непонятные вещи, это исключительно бывшие инвесторы. Это НБМ и Союз Возрождения. И, собственно, они это и сейчас и собираются делать. Обнадеживает то, что группа компаний ПИК по просьбе областных властей неоднократно и успешно подключалась к завершению подобных региональных долгостроев. С 2007 года строителям уже удалось решить проблемы 5000 подмосковных семей. Следующая встреча с дольщиками планируется на сентябрь. Она пройдет после проведения комплексного обследования зданий. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».